Итак, дорогие друзья, всех приветствую на своем канале, у микрофона, как всегда, Бог, и сегодня мы попадаем на такой всеми забытый сайт, богом забытый, это топ-скин, и я хочу сказать вам, что я решил вспомнить про него, и не просто так, у меня для вас есть много подарочков для этого, ну, для этого сайта, от этого сайта, и перед этим мой первый подарочек для вас, это 252 рубля на ваш Kiwi-кошелек, и все, что вам нужно сделать к этому ролику, написать 1500 комментариев, и уже завтра в своей группе ВКонтакте, как всегда в прямом эфире, я подведу итоги, ну, а вы обязательно досмотрите этот ролик до конца, потому что он получился весьма интересным. Погнали! Ну что, Сань, топ-скин, здорово! Всем здравствуйте! Санек уже очень долго помогает мне записывать ролики, у нас есть промокод, вот ты сам комментируй, это просто сам! Вот что это такое? Как ты это придумал? Рассказывай. Просто прилетело в голову. Конь? Тебе прилетел в голову конь. Да. Короче. Вот, можете трактовать как хотите. 40% к пополнению. То есть... Вот ты пополнил 1000 рублей, и 400 рублей тебе отлетает в подарок. Но это же много. Да. Плюс система бонусов, которую мы сегодня тоже вам покажем. Пацаны, на самом деле на топ-скин залетаем достаточно редко. Вот тут лайфтрейды, все в принципе есть, сайт еще живой, все то, что вы любите, есть. И... Колесо любимое твое. Да, мое колесико, которое ты тоже любишь. 50 рублей опять. Кстати, как на MyCSGO, заметьте, выпало. Вот... Смотрите, ребят, тут тоже, если у вас есть бонусы, вы можете каждый день заходить открывать. В принципе, все ваши бонусы есть вот здесь. Все, что вам нужно. Можете всю вашу статистику апгрейдов, контрактов, все можете посмотреть. В принципе, здесь все прозрачно. Выбрать, ну, как бы, все, как вам нравится. Смотри, актуальный кейс. Я их не видел в прошлый раз. День влюблённых. Скоро же 14 февраля. Да, смотри, да. Но есть вот эти вот все кейсы, можно их по очереди проверить. И решить, какой из них лучше. То есть... Ну, мне кажется... Самое дорогое. Ну, давай, может, исключим вот эти два и проверим вот эти... Ну, исключим три кейса и проверим вот эти два кейса. Окей, давай. День котиков. Ты понимаешь? Ну, как бы по три раза я предлагаю открыть. Ребята, в описании закреплено комментарии... Мартовских котиков, наверное. Да? Ага, ну ладно. Предлагаю вам поставить лайк, как бы, и промокодик в описании будет. Ну, нахуй, я вижу закалыч и... Так, так, так. Подожди, ну, 2042 рубля потратили... Ага, 500 рублей плюс. Нифига себе, сказал я себе. Ну, вот самое интересное вот здесь, наверное. День влюбленных. Так вот, Саня, для нас. Да. Ну и все. Все мы любим, ребят, кого-то. Сайрекс залетает. Сян Лю, принцесса пустошь. Мы делаем с тобой уверенный вывод, что котики могут. Итак, карточки. Мы можем их проверить. Что думаешь? Давай начнем с кейса эксклюзивный. Эксклюзивный кейс, ну давай. Циферки. Вот здесь удобно, знаешь, отличие от MyCSGO. Есть циферки, можно 4. Выбирать номера. 4. И давай сам выбирай, я не буду на себя такой ответственность брать. Почему? А вот сам давай. 6. Вот чисто ран. Блин. Я бы за один голосовал. Но все равно, никто бы нас не угадал. Glock 18 реактор. В принципе, здесь же есть еще функция апгрейдов, чуваки. Подожди. Знаешь, что я понял? Что? Что у нас с того ролика остался ножик, который я до сих пор не вывел. Ой-ой-ой. Надо его вывести. Ребят, я просто много роликов сразу записываю, из-за этого забываю выводить. А иногда у меня на сайтах захожу, там лежит нож какой-нибудь. Так что мы после ролика обязательно выведем. Ну, явно мы еще не должны его продавать. Ты это должен сразу понять. Я понимаю, это что... ты у нас любитель закинуть нож в контракт. Вот, не должны мы его продавать. Вот, ну, если что, останови меня. Короче. Как я тебя остановлю? Не знаю, толкни меня со стула, лучше так. Ай, пальцем ударился опять. Ой, ребят. Я не хочу тебя насиловать, напишешь еще заявку на меня. Ребята, это шутка, нельзя такое говорить. Насилию нет, насилию. Ну, так, 56%. Ну, давай. Ну, посмотрим, это кстати, апгрейды на топ-скин. А мы давно их не проверяли здесь, да. Поэтому Саня у нас специалист по апгрейдам. Конечно. Убери его оттуда. Ладно, лучше. Это была шутка над тобой. Но он хочет просто довести меня до белого коленя. Вепки, конечно, не видно. Ну, как бы вы бы видели, как на меня Саня сейчас смотрел. Так, ну давай попробуем. Возможно, мы рискуем всем. Ну давай. Есть, тихо. Есть, тихо. Есть. Адекватно. Ну, я предлагаю контракт сделать, что думаешь? Да, давай. Хватит, потому что. Да, зарисковались. 2200 сделали. Тем не менее, золотой карп из пополненных 5. Что мы засовываем в контракт? Я предлагаю все розовое. Или может еще что? Ну, давай все розовое и реактор. Хорошо. Секретную цифру, которую мы напишем. 8. Она должна принести удачу. Почему 8? Потому что... Не понял. Ну, так это у меня проблема. Я не знаю, почему так. Что такое? Просто вот. Вот.
Вот просто вот так. Ладно, надеюсь, нам это поможет. Ну, что нам выпадет? Сколько мы потратим? А, блин, я синлю забыл. Ну, ладно. 500. Давай жесткий. Ну, более жесткий, чем этот, и менее жесткий, чем ты подумал. Вот так. 2500. Жестковато, да. Вот такой. 2500, давай. Что может вообще выпасть? Ну, не знаю, что сайту будет угодно. 3000. Первый класс. Смотри, неплохо. Подожди. Слушай, но смотри, условно, мы сегодня закинули пятеро, и у нас есть возможность примерно ровно в ноль забрать. Ну, кстати, это да. Уже лучше, чем минус. Еще есть 600 рублей, и мы как раз-таки не открывали китайский Новый год ни разу. Плюс еще есть какая-то часть бонусов. Потому что я планирую все-таки ролик, ну, не такой большой сделать, но продуктивный. Так, это Dragonfire? Нет, это обезьяна. Обезьяна. Ну, вот, кстати. 300. Побольше, чем кейс стоит, а это уже довольно-таки неплохо, потому что... Ну, давай, что... топ-скин, лор. Мортис, хорош, слушай, ну... Так, не так уж и плохо. 200, ну, хотя минус. Ну, такое, знаешь. Кому-то вон перчатки даже выпали, офигеть. Так, что нам выпадет? Ой-ой-ой-ой, оно? Чантика, ну давай. Хорошо. Ой, хорошо. 1700. Слушай, так мы уже в плюс, получается, выходим. Смотри. То есть исключаем этот ножик. У нас сколько? Минус 12 тысяч, давай. Так, это 19. 7 тысяч примерно. Да. Я предлагаю банан продать. А, в принципе, все остальное выводить, Сань. Так, ну да, давай. Дропчик как бы есть. Но еще есть бонус. Что мы можем открыть? Смотри, можно попробовать... Да-да-да. Интересно. Ловыст. Что такое? Ловыст. Ну, я не знаю, тут есть много интересных сборок RTX, например, видео хочешь открыть? Ну, давай вот ее. Она не сильно дорогая, ее можно много раз открыть, поэтому... Ой, ребят, вообще ставьте лайки, если вам нравится ролик по русскому. Подписывайтесь на канал. И нажимайте колокольчики. Так, ну, 300. Ну, в принципе, мы в нуле, бонусы по чуть-чуть копятся. И, блин, вот хорошо, вот дизайнер тупскина вообще кайфовый. Ой, хамелеончик бы хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, контракт, может? Ну, не знаю. Дешево. Может, на баланс контракт попробуем? И закончим на этом? Да, давай. Так, заходим в контракт. Какой контракт? Грейт. И держи водички, не умирай. Коровий вирус, как бы сам понимаешь. Ребят, вы тоже обязательно лечитесь, там, пейте противовирусные, все вот это вот, чтобы не болеть. Че, использовать баланс? А че вот я не могу это сделать? У меня нет, что ли, баланс? А, надо скин выбрать, все, я. Че, поехали? Это, ребятки, последний наш мув, надеюсь, что нам давай, повезет. Давай, пожалуйста. И... Тормози! Слушай, тормози. Но я думаю, что вот это достойно. 2, 5, 6, 7, 7 300. Офигенно. С 5. Ребят, спасибо вам большое за внимание. У микрофона был Александр, Данил. В общем, всем промокод. Пока-пока. Да, не забывайте и увидимся.